Где корона, снайпер? С этим бардаком, с этим переездом я вообще ни хрена не могу найти просто. А, подожди. Ты ж думаешь, кто это такой за дебил пришел? Это я, Эдисон, здорово всем. Понимаете, у меня переезд. Я в этом бардаке потерял. Или может ее кто-то украл, а я не потерял ее. Хейтеры! Фиг его знает, ребят, как вы думаете, я ее потерял или хейтеры опять ее украли? Давайте мы разберемся в этой серии. Вот я сейчас пойду, всех просто застреляю, я надеюсь, и верну себе эту корону снайпера. А ты поставь лайкусик, если набираем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу следующая выйдет серия снайпера. Потому что, ну, где? Ладно, погнали, погнали. Ой, пацаны. Какая же у меня печальная новость, печальные новости у нас. Это очень... Джокер? Нет. И... Давайте будем говорить. Жека, я бы на твоем месте не веселился бы. Вообще. Вообще. Это я с кем дружу, человек, который умирает. Жека, нам нужно его спасать. Хорошо, я знаю. Ему плохо. Игорь умирает. Ему нужно прочистить организм пулей. Ну, кстати, хорошая блеванье. Только давай не на мою карту, пожалуйста, Игорь. Так. Включай веб-камеру, записывай. Ай, пойдем. Ой-ой-ой. Смотри, там Игорь быстро не бегает, а укачает. Да-да-да-да. Покачивание камеры нужно выключить, да? Да-да-да-да-да-да. Ну, Игорь, о чем ты траванулся? Салом, небось, да? Да? Не ешь окрошку, Эдисон. Я никогда в жизни не ел окрошку. Классная окрошка, чё вы гоните? Просто квас нужно нормальный... Ни разу в жизни не ел окрошку, пацаны, прикиньте. Ни разу! Ну и лох валиваешь. Ни разу я даже не могу представить, суп с квасом, это как? Вкусно это. Не заплюйте меня, пожалуйста, бросать тапочки. Можно, пожалуйста, не о еде разговаривать, ребят, ну как бы просто... Холодный суп. Не хочешь бургер сейчас из фарша какой-нибудь такой, знаешь? Чтобы прям жир... Жир из него утекал, прям такой стрель. Ну, пожалуйста, по-человечески. Майонезиком еще так полить сверху. Пожар! Да твою мать! Я тебя в невидимости убил! Как? Не в смысле невидимый? Ты в невидимый был, я в невидимую, невидимку выстрелил, ты умер. Теперь вы понимаете, насколько у меня друзья дебилы, да? Ну я хотя бы... Да, какой просто профессионал, ты... Мы хотя бы не умираем, Игорь. Я видел... Куда он по мне стрелял вообще? Вот именно, где Игорь? Я видел Игоря, но что-то он куда-то испарился. Да, я тоже видел Игоря. Ага, подождите. А, Игорь, вот он где, Игорь, вот. Во-во-во-во-во-во, кто там стрельнул? Я стрельнул. Оп-оп-оп. Проверка ты, просто. Ты бы так не прыгал с такой высоты! Не прыгал бы! Что ты меня палишь, лох? Ты лох. Угу, он там что-то прыгает с собой. Я выиграл, ребята! 1-0-0, я бой! Пиу-пиу! Это прям были про какие-то прыжки, вот я умер! Игорь, самый больной выигрывает пока что. Я бой. Считаю, это самоубийство. Ладно. Так, Эдисон, ты выпил молоко? Я выпил, да, подожди. Да, я выпил. Знаете, что я узнал? Молоко, действующий сорбент. А майонез тоже классный. Особенно с кетчупом в перемешку. Ну, главное... Главное, чтобы оно вкусное было, вкусное, да, Игорь? Блин, Игорь, я знаю, что мы будем делать с тобой после записи. Хорошо, так уж и быть. Не трогайте меня кто-нибудь. Больной человек! Игорь. Давай, Игорь, давай, за все страдания просто. Какие страдания, они тебе... Это он тебя отравил, слушай. Я? С какого это перепугу я его отравил? Я тебе говорю, я знаю инсайт информацию, это он тебя отравил. Где Эдисон? А вот, понимаешь... А, вот... Он еще и секретный агент, он... В стране чудес. Отравил тебя, теперь убил. Вначале отравил. Отравил. Плохой человек, вообще плохой, да? Куда ты ехать хочешь, Игорь? Опа! Да. Кто фунял? В Витебске? Витебске. Не было, чё там в Витебске. Ну это очень зря. А ты был в Витебске? Это где вообще? Нет. А, ну то есть ты сам не был, но сейчас возмущаешься на меня, потому что я там не был, да, Игорь? Нормальная тема, Игорь, так и держать. Ну
ты, конечно. Так его, так его. Так меня, так меня. Да. Кто стреляет, пацаны? Так. Слышь, ты больной ублюдок, давай, возвращайся туда, где был. А, это значит по мне стреляли, да? Нет, это просто многоходовочка, это он по мне стрелял. Ага, он сказал, больной ублюдок. Сейчас пока что больной ублюдок здесь я. Откуда ты знаешь, какая у нас психика, Игорь? Нет, я пробовал, в смысле. Игорь, все правильно понимаешь. Хватит стрелять, говно. Кто стрелял вообще, а? Кто стрелял, оружие на пол. Так кто фуня? Здорово, Жека. Чего? Я такой стою, блин, возле стеночки. Здорово, Жека. Здорово, веньки, блы. Где? Здорово, персики. Здорово. Всем привет, пацаны. Интересно, почему ты не здороваешься? Не как делишки, ребятишка, а как делишки, пиперчики. Пиперчики? А кто такие пиперчики? Пиперчики. Пиперчики, яички, пиперчики. Ну, в следующий раз буду так здороваться. Как делишки, пиперчики? Ставьте лайк, если вам нравится. Эдисончик. Эдисончик. Ты только посмотри! Этот синий сидит и молчит! Синий! Я его видел! Можно полить? Да, можно. Я тоже тебя видел, ублюдок! Больной ублюдок! Ты живой, поэтому можно... Только давай попробуй сказать, где я тебе сам скажу, где ты, понял? А, угрозы, угрозы, пошли, угрозы! Ну я видел Игоря, но я больше его не вижу на самом деле. Я видел, что самое главное. Я делал возле вертолета. Ты делал возле вертолета, что ты там делал? Что ты возле вертолета делал? Да бляха-муха! Муха, бляха-муха, муха-бляха! Ёханый бабок. Ёханый накакал. Вот именно. Я такое, короче, дыринг-дыринг возле Игоря, если что, Игорь, я знаю, где ты. Я вижу твою башкенцию, если шо. Жека, ну не переживай, не переживай. Я не переживаю. Игорь, а вот ты переживай на всякий случай. На всякий случай можно переживать. Да чё прервал тишину? Все так замолчали, такой, ну хорошо. Ну давайте, давайте. Ну Игорь. Огонь, огонь. Надоело это мне все. Ну что ты сидишь? Беру, короче, вот так вот, целюсь в Эдисона. Эдисон, просто передай привет, значит, чик-чирик. Чик-чирик, да, передай привет. Маме, папе. Чигиряу. Чигиряу. Эдисон, чигиряу, чигиряу, бляха, муха. Твою матушку, а! Я ж выстрелил! Ну, а вы оба умерли? Да, я его... А, Игорь тоже умер! Подожди. Да. Да, Игорь тоже умер. Поэтому мы можем считать, что у нас 2-1-0. Жека проигрывает. Подожди, 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 почему 2-1-0? Не, мы не засчитываем. Если мы засчитываем, значит 2-2-1. Если не засчитываем, значит 1-1-0. Мы предыдущие две серии не засчитывали. Давайте 2-2-1. А то теперь снова засчитываем. Вы решайте. Ну тогда давайте 1-1-0 продолжаем. Жалко Игоря на самом деле в данный момент. Мне вообще не жалко. Тебя почему должно быть жалко? Ты больной ублюдок. Ты выигрываешь так, вообще. Так, я выпиваю невидимость и пошел, короче, ребят. Пошел. Давай, кабачка, кабачка. Так кто фуняет столько, ядрёна мать? Ты Жека пердун. Да я понял. Только Жек, ну хватит типа, не? Не. Да. Жека пердун. Надо бы уже прекратить. Столько фунять, это как бы... Кто стрелял? Я просто бегу, никого не трогаю. Я так и понял, все-таки понял. Он просто бежал, споткнулся. Опа! Кто это такой? Это Жека, это что? Это же... Кто это такое? Это Евген, это Евгениус, да, Евгениус. Кто это такое? У меня такой вопрос. Опа! Смотри, бачок протекает, протекает. Дождик пошел. Бачок бутик. Ой-ой-ой. Пацаны, мне страшно почему-то стало сейчас резко так. Жека знает, где я.
Ой-ой. Видеорегистратор система называется. Ой-ой-ой-ой. Так где ты прячешься, заколебал? А в эфире материться можно? Нет, нельзя материться. Мы не в эфире, это... Детский это... контент вообще-то. Так ты запикай. Не запикаю я. Почему? Да почему, а что я должен запикивать, если у нас все по-детски должно быть? Да хватит молнию заколебать! Я не увидел логики. Не прочухал. Это Эдисон, я прям рядом с тобой стою. Ты меня видишь? Пошел в срак. А, он меня бьет, Джека, так нечестно, он отвлекает меня от игры. Так, хорошо, что было честно, я ударю Джеку. Давай, бей Джеку. А почему Джеки звук такой? Там нужно строить. Я хочу, чтобы у меня было «А». Джеки какой-то мужик вселился. Наоборот. В смысле вселился? Мужик вселился. Вот он тебя сейчас оскорбил, конечно. То есть ты баба изначально от природы, да? Не, понял, у него вошел мужик. Ладно, я не буду спорить. Где Жека? Ты понимаешь, я карту реально уже 4 раза где-то оббежал. Я тоже! Ребята. Тоже, мне кажется, мы бежим по кругу. Ты меня заметил, понятно. Не, это Игорь. Понятно, да. Игорь! Откуда? Видели, выстрелил я, а умер Жека. Все, выключай этот гром сраный! Что, пацаны, корпоратив? Корпоратив, пацаны. А что, пацаны, аниме? Нет. А чё вы так расслабились, я не могу понять? Не знаю. Опа. Привет, лох. Кто меня бьет там? В смысле, так подожди, а кто кого убил сейчас? Я такой бегу, короче, тыкаю его ножом. А он вообще-то вот такой... Кто меня пьёт? А я думал, Жека, как всегда, просто обернулся и Игоря с одного выстрела, да, зарубил? Не, я его зарезал сейчас. Зарезал. Да, его там фартануло с одного удара, мне 10 хп. Я вообще тебя 4 раза пихну. Ну да, но тебя, ну ты мне ничего не наносил эти 4 удара. Кого-то пихнули 4 раза. О, Господи. Эй, за что за стрельба? Что за стрельба? Что за стрельба? Я вижу вертолет на крыше дома, мне это не нравится. Я тоже вижу вертолет на крыше дома. На крыше дома твоего. Что дальше? Эдуарду пересъел. Признавайтесь, где вы? Смотри, если смотреть. Это откуда стрельба? Я случайно тебя убил, я вообще в дом выстрелил, но как ты тебя убил? Да я прям в тебя выстрелил, но почему-то 2 выстрела прошло, а ты убил. Скажи спасибо дому, он тебя убил. Дом, говно. Возможно. Ладно, летчики-вертолетчики. Ставьте лайкусики, если хотите продолжение снайперов. Корона на мне до сих пор уже 2-ю серию подряд. И если наберем 25 тысяч лайков, обещаю, сразу же выйдет следующая. Поэтому все зависит только от тебя. Лайк, и все будет зашибись. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока. А лайки? Лайки уже поставили, я надеюсь. А если нет, то поставь прямо сейчас. Всем пока. Пока.